Дорогие друзья, сегодня хочу познакомить вас с удивительным образовательным решением в необычном детском саду. А необычный это детский сад по причине своей уникальности. Ведь это не просто детский сад, это целая планета. Планета здорово! Не секрет, что главной проблемой современной педагогики является конкуренция за внимание детей. Ведь гаджеты избаловали их до того, что предоставляет море удовольствия здесь и сейчас. И педагог вынужден собирать их детей, танцевать с ними с бубном для того, чтобы завлечь и вовлечь их в игру. Многие педагоги со мной согласятся. Что же делать и есть ли выход? Как говорится, если не можешь победить, возглавь. Так, компания инноваций детям решила объединить физическую активность, высокие технологии и методики по стандартам в ГОС. Получился уникальный интерактивный скалодром. Давайте познакомимся с этим решением поподробнее. Итак, дорогие друзья, вкратце я объясню, чем конкретное решение отличается от стандартного. Мы использовали композитный материал и излишнюю перфорацию, которая, конечно же, должна быть на любом скалодроме, ведь вам периодически придется переставлять, усложнять или облегчать трассы. Мы закрыли композитным материалом. Тем самым цвет получился яркий, проецируемое изображение намного эстетичнее выглядит, и дети занимаются на таком решении гораздо лучше. Поверьте моему опыту. Еще одно совершенствование этого скалодрома заключается в том, что мы добавили дополнительную стену. Главное преимущество этой стены в том, что она имеет более сложный маршрут движения, более сложные зацепы. При этом дети с навыками более развитыми, чем все остальные, имеют возможность точно так же совершенствоваться. Второй очень важный момент в том, что маршруты движения на одном скалодроме в нашем случае отличаются таким образом. Мы не тратим время на то, что постоянно перестраиваем, адаптируя скалодром к новым и новым задачам. В данном случае при конструировании скалодрома угловой элемент мы подарили планете здорово. Почему так произошло? В процессе конструирования стало ясным, что не хватает угловой части с повышенным уровнем сложности. И поскольку проектом это ранее не было предусмотрено, мы посовещались и решили сделать такой подарок. Ведь все мы понимаем, что если решение универсально и понятно детям, то оно востребовано. Поэтому скалодром должен быть законченным решением. Познакомившись с этим помещением, мы поняли, что стандартные маты нас не устроят. Поэтому, поразмыслив, мы пришли к тому, что создали мат двухкомпонентный. Он имеет возможность складывания. Для чего это нужно? В те моменты, когда скалодром простаивает, у нас появилась зона отдыха. К тому же, такой мат достаточно удобно хранить. Дорогие друзья, почему мы все-таки остановились для реализации этого проекта на оборудовании от инноваций детям? Простая причина – это российский производитель. Соответственно, все разработки, методические рекомендации, которые используются в данном комплексе, они соответствуют ГОСам. Для образовательного учреждения это очень важно. Кроме того, это безопасный скалодром, он получил все необходимые сертификаты. Очень важно, что это универсальное решение. Помимо того, что мы можем с вами использовать скальную стену для тренировки скалолазания, еще мы можем использовать эту же стену для физических активных игр, таких как кидалки, бросалки, отбивания. То есть все эти игры идут в комплекте. И немаловажным фактором является техническая поддержка. Согласитесь, мало кто об этом говорит, но всегда случается какая-то непредвиденная ситуация. Хотелось бы позвонить и решить свой вопрос здесь и сейчас. Поскольку производитель находится в Челябинске, то есть это Россия, мы все понимаем, что она точно русскоязычная. И в том, что мы обязательно дозвонимся и решим все вопросы. Как это происходит на практике, по нашему опыту? Ты звонишь. Техническая поддержка удаленно подключается к твоему скалодрому или другому интерактивному решению от инноваций детям. И в течение часа ваше решение снова в строю. Вы снова можете оказывать образовательные услуги и получать удовольствие от процесса образования. Итак, друзья, давайте разберемся, для кого интерактивный скалодром был создан. Разумеется, он порадует инструктора физической культуры, сделав каждое их занятие интересным и увлекательным. Такой скалодром поможет развить ловкость и укрепить разные группы мышц детей.
Воспитатели не остались в стороне, ведь они смогут разнообразить утреннюю зарядку и провести увлекательную физкульт-минутку. Психологи тоже оценят это увлекательное решение, ведь интерактивный скалодром станет отличным дополнением для сенсорной комнаты. Он позволяет снимать физическое и эмоциональное напряжение детей. И специальные педагоги не остались в стороне, ведь интерактивный скалодром помогает реализовать реабилитационные и коррекционные задачи, делая занятия интересными и увлекательными. Итак, друзья, давайте разберемся, что же входит в комплект интерактивного скалодрома. Во-первых, это скальная стена с зацепами. Страховка, обязательно гимнастические маты. Самое важное решение – это интерактивный короб, который включает в себя проектор, датчик движения и системный блок, на который установлено программное обеспечение. Напомню, что программное обеспечение состоит из 16 игр для скальной стенки и 8 игр для работы с мячом. И самое важное для педагогов – это методические пособия и обучение, которые они получают совершенно бесплатно. Какие же форматы покупки существуют? Самое простое для вас – это приобрести интерактивный скалодром полным комплектом. Таким образом, вы сможете одновременно заниматься в подгруппах до 6 детей. Второй вариант – это приобрести только интерактивный короб, и этот вариант подходит тем, у кого уже есть скальная стена. И третий вариант – это интерактивный физкультурный комплекс. Это то оборудование, которое совмещает популярные виды спорта, образовательные технологии и сенсорную стену. Впоследствии вы сможете построить интерактивный скалодром. Здравствуйте, меня зовут Ирина, я инструктор-методист по скалолазанию в детском саду «Планета Здорово». Интерактивный скалодром является прекрасной альтернативой обычным скалодромам, то есть дети сюда с удовольствием ходят, с удовольствием занимаются на занятиях. Мы в своей практике используем данный скалодром как, допустим, поощрение, то есть основные занятия у нас идут на обычном скалодроме, а сюда мы приходим уже играть и навыки отрабатывать. Отличие этого скалодрома заключается в том, что это в первую очередь игра, это интерактив, и детям очень нравится. Итак, друзья, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Мы продемонстрировали возможности интерактивного скалодрома, и я считаю, что как минимум он заслужит ваше внимание. С вами был Александр, и до встречи на новых интересных проектах. Пока!